блядь, сломал. Могу тебя налить, если ты. Сломал? Нет. На турнир ACB-33 в город Грозный команда борцовского клуба отправилась в следующем составе. Тренер Сергей Никитин, менеджер Кирилл Семенцов, боец Максим Щекин и Турал Рагимов, который в этот раз ехал на турнир не как участник, а как тренер и секундант Муаеда Шаоева. Напомним, что Турал, помимо занятий в борцовском клубе, является еще и тренером в своей команде. Еще на ACB-33, как участник от борцовского клуба, должен был поехать Хасан Этляшев. Но за день до вылета он объявил, что на турнире его не будет. Мне предложили бой, выступить на ICB-33. Я сам военный, учусь в военном институте. Когда мне предложили бой, вроде все было нормально, как бы командование шло навстречу. Мы начали подготовку. И теперь за два дня мне говорят, что меня не отпускают, нечего мне там делать. Поэтому приходится грустить. Ну ничего, это еще один этап моей жизни. Я думаю, я вернусь и стану еще сильнее. Спасибо. Поэтому от борцовского клуба в этот раз в Грозном будет выступать только Максим Щекин. Взвешивание позади. До начала турнира есть еще сутки, и можно немного отвлечься. Было принято решение прогуляться по городу. Сутки пролетели незаметно, и турнир ACB-33 начался. Теперь самое главное – сам бой. Не спеши, не спеши. Раздергивай, раздергивай его, Макс. Дергай, дергай, подергай, подергай чуть-чуть, подергай. Та-та-та-та. Двигайся. Дергай, дергай, дергай. Двигайся на ногах. Бах! О, хорош! Отлично! Да! Накрыл! Хорошо, спокойно, спокойно, позиция. Пройди ногу, пройди. Макс, держись, держись. Хорошо. Не аккуратно, спеши. Треугольник. Макс, аккуратно. Корпус бей, корпус бей. Хорош. Оторвись, побей. Аккуратно. Побей. Бей. Спокойно. Корпус бей. Да. Хорошо. Разбивай, почему? Разбивай, Макс. Бей молоток бей. Аккуратно. Не надо на ногу. Хорошо, спокойно. Отрывайся. Также спину возьми, подними чуть-чуть спину. Держи одну ногу, бей. Руку возьми. Ага. Да. Давай, готов. Работаем. Попробуй отсюда. Руку пробуй. Попробуй. Блин, заторопился. Аккуратно! Да! Треугольник!
Руки свежи. Закрылся! Не дай бить ему! Закрылся! Давай, Макс, давай назад, назад двигайся! Двигайся назад! Макс, двигайся назад! Макс, 25 секунд осталось! 25! Макс, свяжи его просто, осталось 20 секунд. Двигайся назад, назад двигайся, двигайся. Отдохни, отдохни, Макс. 15 секунд осталось. 10 секунд. Макс, пораздергивай его. Пораздергивай сейчас, хорошо его? Нормально, нормально, не стой. Раз, руками раз, не просто стой, а раздергивай, ладно? Раздергивай, раз. Попробуй, вперед, снизу сначала. Прямой, снизу. Вот. Работай, ногами работай. Макс, дергай раз, два, вот. Давай право прямой, давай заходи, заходи к нему. Вот, на, хорош, хорош, Макс. Не спеши, не спеши, нормально, нормально. Да, вперед, вперед, дави, раз, раз. Опа! Добавил, добавил. Не спеши, Макс, не спеши. Давай. Аккуратно, пройди. Макс, стоп, сработай рукой. Пройди теперь, пройди ноги, пройди. Да, да, сбоку. Пройди колено, блин. Корпус, голова. Хорошо, нормально, нормально. Во-во-во. Вот, хорошо. Хорош. Вот, Макс. Давай, раз, давай. Вот, хорошо. Хорош. Вставай, вставай, вставай. Уберись, во-во. Вставай, вставай. Задим, задим. Руку засунь, руку. Во-во-во, правильно, развернись, развернись. Обратно. Хорошо, вот, вот так, да. Давай, 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 нормально. Давай, давай, держи его, держи, во. Держи, держи, держи. Вернись! Нормально, нормально. Хорошо. Попробуй отсюда. Руку сверху. До конца. Во-во-во, хорош, Макс. Бей. Выходи, выходи. Выходи сюда. Макс, выходи сюда, подсекай. Руку просунь одну. Минута осталась, Макс. Колено четко. Давай, держи. Макс, двигайся на нашу сторону. Макс, двигайся, двигайся. Назад пробуй. Двигайся. Во-во. Макс, двигайся! Не дай назад, назад двигайся! Не дай себя бить! Макс, 35 секунд! Добивай. Макс, двигайся назад! Назад, Макс! Двигайся назад! Во-во! Макс, 15 секунд, аккуратно! Пройди, пройди, хорошо! 15, 10 секунд! Во-во-во! Твоя концовка! О, не теряй позицию! Не теряй позицию! Бей давай, коленом давай. Отсюда! Сбоку. Коленом бей корпус! Коленом вот. Корпус бей! Коленом! Макс, пробей коленом! Вот! Дыши, дыши, Макс, дыши! Тан-тан! Вот, хорош! Выходи, выходи из угла, выходи! Верни, попробуй! Вставай! Давай, давай, давай! Уперись! Вставай в сетку! Давай! Шарай! Спина на спину! Упади на спину, Макс! Упади на спину! Развернись! Блин, на спину! Блин, на спину развернись, Макс! Давай! Развернись на спину, Макс! Давай, давай, давай. Все, ты на спину. Да, сегодня не день Максима Щекина. Макс вел два раунда и имел победные позиции. Казалось, что для него все складывается отлично. Но в концовке третьего раунда соперник Макса смог вырвать победу. Во втором раунде сломал. Вот так вот. А турнир ACB 33 продолжается. И теперь Турал Рагимов выводит на бой своего ученика Муаеда Шаоева. Thank you.
ученик Турала Рагимова одержал уверенную победу. Этот бой стал самым коротким на турнире ACB-33, а организаторы признали его боем вечера и поощрили Муаеда Шаоева материальным бонусом, добавив к основному гонорару $2000. Вот и закончилась история с турниром ACB-33 для борцовского клуба. К сожалению, не все получилось так, как мы хотели. Максим Щекин, который проиграл, я надеюсь, для него это будет дополнительной мотивацией для следующих побед, потому что зачастую поражения дают нам больше. А Хасан Утляшев, который учится в университете военном, через 2 месяца закончит. Для него таких препятствий больше не будет. Его дебют лишь только откладывается. Этот выпуск «Борцовский клуб Лайв» подошел к концу. В ближайшие дни смотрите продолжение «Борцовский клуб. Американская история» и новые выпуски «Борцовский клуб Лайв». Подписывайтесь на канал «Мир боевых искусств».